Но Пуленков под давлением сыграл надежно. Ой, какая ошибка, передача и гол! Это... тоже ошибся, это, по-моему, ошибся Михаил Мамкин. Подарил просто шайбу на пятаки и 2 в 0 просто оставил. Ну, Гданска вопросов нет. Ну и там, да, два, наверное... худших нападающих, кому можно подарить шайбу на своем пятаке в составе СКА, это Кузьменко с великолепными руками и Бурдас с великолепным броском.